Здравствуйте, мои дорогие зрители! Рада приветствовать вас на моем канале. И сегодня я хочу рассказать вам о новых тайских таблетках от боли и воспаления Гафен 400 мг. Здесь находится 10 капсул, запечатаны, поэтому вскрыть не могу. Показываю так, как получается. Итак, на фото видно, что капсулы эти наполнены не сухим веществом, а совершенно другой структуры. Итак, новейшая технология ClearCap. Жидкая формула в изумрудных капсулах быстро снимет температуру, боли и воспаление любой этиологии, предназначена для приема внутрь. Тайские капсулы от боли содержат жидкий гель ибупрофен. Он имеет неоспоримые преимущества в сравнении с другими формулами ибупрофена. Гафен – это новейшая разработка из Германии тайского производства. В отличие от нашего ибупрофена, к тайскому мы привыкли до такой степени и настолько он безопасен и не несет никаких побочных явлений, что эти капсулы, несмотря на то, что стоят они не дешево, купили без всякого обдумывания и раздумывания. Тем более, что технология на самом деле новейшая и уникальная. Итак, это средство быстрее обычного и эффективнее снимает боль. Гель ибупрофен обладает более высокой биодоступностью, чем другие формы препарата. Он бережно относится к оболочке желудка, не повреждая ее. При выведении он распадается до более безопасного состояния. Многочисленные испытания в Германии доказали, что жидкая формула геля более безопасна и более эффективно снижает температуру и устраняет все виды болей и снимает воспаление. Жидкий ибупрофен относится к категории противовоспалительных, жаропонижающих и противоревматических препаратов. Он эффективно снимает головную боль, зубную боль, симптомы ПМС, травмы, послеоперационные боли, остеохондроз, воспаление тройничкового нерва, артриты, мигрень, лихорадку, миозиты, невриты, оофориты, миалгию, ревматоидный артрит, подагру, бурситы, адниксит, спондилит, проктит. Препарат хорошо зарекомендовал себя и стал популярным в тайской аптеке. Таблетки от мигрени и других видов боли представляют собой вытянутые мягкие капсулы в прозрачной оболочке зеленого цвета. Тайские капсулы блокируют выработку простагландинов, снимая тем самым болезненные и воспалительные явления. Противопоказанием является гиперчувствительность к данному препарату, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, язвенный колит, аспириновая астма, нарушение кроветворения, амблиопия, нарушение цветового зрения, выраженные нарушения функции почек и печени и детский возраст до 6 лет. Препарат может применяться беременными и кормящими женщинами. Как применять гафен-капсулы? Капсулы принимаются во время приема пищи, запивая обильным количеством воды. Разжевывать их не нужно. Применять по одной капсуле 3 раза в день. Предельная суточная доза 1200 мг. То есть одна капсула это 400 мг, ну и соответственно 3. Курс приема без консультации врача не должен превышать 5 дней. Если в течение этого времени не пропали симптомы заболевания, следует обратиться к лечащему врачу. На этом
Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. Будьте здоровы. До новых встреч.